студентки Виктория Грызлова и Ангелина Егоян – подруги и волонтеры. Они помогают в быту ветеранам и пенсионерам, приходят в школу к детям с ограниченными возможностями здоровья, играют с ними и общаются. Девушки говорят, для таких важных дел совершенно не жалко личного времени. Сегодня вместе с одногруппниками они отмечают День российского студенчества. Я даю добро и получаю этого добро взамен. Это мне нравится делать. Мне нравится помогать людям. Этим ты живешь, этому ты радуешься, это тебя вдохновляет в большей степени и как-то дает смысл расти дальше, идти вперед. На праздник, организованный в колледже сервисных технологий и дизайна, съехались студенты, активисты всех самарских образовательных учреждений среднего звена. Программа была насыщенной и разнообразной. Всех желающих катали на лошадях, была возможность поучаствовать в спортивных играх, отведать кашу, горячий кулеш и сладости. Тогда, когда объединяется студенчество, вообще взрыв энергии, эмоций и самое главное того позитива, который всегда мы получали в студенческой жизни. Сегодня суббота, посмотрите, как много у нас гостей. Они уже позанимались спортом, вместе поедят кашу, вместе пообщаются, вместе зададут серьезные вопросы нашим спикерам, спланируют планы. А после развлечений серьезная дискуссия с первыми лицами города. Студенты обсудили с ними планы на год. В первую очередь усилия волонтеров будут направлены на помощь ветеранам, ведь в этом году исполняется 75 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. Олег Зверев, Семен Безгинов, Николай Епифанов. События.